Сегодня депутаты Мажилиса представили новый водный кодекс. В нем появится понятие водной безопасности и экологический сток, а бассейновые инспекции смогут проводить расследование. Но народные избранники недовольны содержанием документа. Разделяют мнение мажилисменов и независимые эксперты. Все подробности у Курке Мусибалиевой. Она сейчас с нами на связи. Куркем. Добрый вечер, Марат. Да, мажилисменам сегодня представили проект водного кодекса. Ну, документ подвергся жесткой критике. По данным народных избранников, общественные слушания по проекту либо не проводились, либо носили формальный характер. Кроме того, работу чиновников не оценили из-за отсутствия контроля и ответственности, позволяющей игнорировать нормы охраны водных ресурсов. Помимо этого, депутаты недовольны некоторыми поправками. Мажилисмен Бахытжан Базарбек заявил, что 120-я статья закона фактически легализует незаконные постройки в водоохранных зонах и назвал такое решение лоббистским. Вы выводите из сферы ограничения, предусмотренной статьей 77 водного кодекса, те жилые строения и сооружения, в том числе олигархи возвели вдоль водоохранных полос свои жилые дома, там промышленные объекты, бетонные заводы, промышленные складские помещения. Вы хотите внести предложение по узаконению тех незаконных объектов, зданий и сооружений, которые, по которым разработана и заказана разработка проектов строительства. Водный кодекс не считают эффективным и эксперты, которые участвовали в его разработке. По данным специалистов, они подготовили более 500 поправок в документ и передали его в парламент, но их не приняли. Теперь же правила, которые вроде как должны решить проблему с дефицитом воды, их только усугубит. Он не решает проблему дефицита воды, более того, он усиливает дефицит и нарушение природных экосистем. Он увеличивает забор воды и увеличивает затраты многократно, в десятки, в сотни раз, хотя есть решения более надежные, более простые, более эффективные, но они невыгодны, они слишком малозатратные, они сегодня неинтересны ни министерствам, ни частным компаниям. Несмотря на то, что некоторые специалисты остались недовольны проектом, водный кодекс был единогласно одобрен Мажилисом в первом чтении. Члены Комитета по аграрным ресурсам отметили, что главным отличием документа является внедрение принципа водосбережения. В проекте якобы предусмотрены меры по предотвращению паводков, цифровизации и водной отрасли, борьбе с черным рынком воды и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. Кроме того, теперь появятся такие понятия, как водная безопасность и экологический сток, а бассейновые инспекции смогут проводить расследование. 42 жаңа су қоймасын салу және 37 қолданыстағы су қоймасын реконструкция жоспарда тұр. Сонымен қатар шамамен 14,5 мың шақырым ирригациялық канал қайта жаңғыртудан өткізіледі. Берілген барлық тапсырмаларды орындау кезінде, демек 2030 жылға қарай 10 миллиард текше метр дейін су жинақталып, әрі үнемделетін болады. Жаңа кодексте басты назар су ресурсының сарқылу мен ластанудан қорғау аударылып, содан кейін ғана экономикалық қажеттілікке маңыз берілген. Отмечу, что это не первый раз, когда мажилисменам представляют водный кодекс. В прошлом году проект не был принят по нескольким причинам. Основной из них стало наличие значительного числа нерешенных вопросов и сложностей, требующих доработки. Среди них регулирование использования подземных и поверхностных вод, защита водных объектов, адаптация к изменениям климата и введение водосберегающих технологий. Рассмотрят ли мажилисмены документ до конца года и направят ли его в Сенат, пока остается загадкой. У меня на этом все. Марат.